Смотрите, смотрите. Подождите, вы же Консера? Это же вы? Я ваша фанатка. Папочка, спасибо тебе. А не могли бы вы отдать мне эту плюшевую игрушку? Этот медведь очень важен для меня. Важен? Если просишь, так лицо открой. Хорошо. Кейс-плейс – это магазин чехлов, где каждый дарамщик может порадовать своего Хёна или Нуна уникальными чехлами на любой вкус. Здесь вы можете сконструировать чехол с принтами ваших любимых героев из дарамы не только. Вот моя сестра просто фанатеет от дарамы «Отель де Луна» и решил сделать ей подарок – чехол с уникальным принтом «Чан Ман Воль». А также вы можете создать свой оригинальный принт с вашей любимой дарамы или кумиров. Или выбрать уже готовые чехлы с разнообразными принтами. Здесь их просто огромное количество на любой вкус и цвет. Конструктор чехлов Кейс-плейс – это то, что не оставит тебя и твоих близких равнодушными. И для вас, дорогие зрители, есть подарок. Скидка 200 рублей по промокоду DARAMA101. Промокод и ссылка на магазин в описании под роликом. Ты сжимаешься от боли каждый раз, когда приземляешься на эту ногу. Сходи в больницу. Что за бесполезная речь? Но на твоем телефоне установлена фотка тренера Кан. Я отменила несколько упражнений. Спасибо, тренер. Спасибо. Чему вы именно не верите? Что я дочь тренера или что девушка Джиуна? У меня и доказательства есть. Вот, смотрите. Так это было для твоей девушки. Ты же не рылся в телефоне без разрешения? Что такое? Рылся? Правда, я, наверное, рехнулась, раз стала переживать из-за такого, как ты. Неважно, я на 4 года старше, и я твой тренер. Правда? Но ты все еще играешься с плюшевыми мишками. Вчера ты застал меня врасплох. Я похож на волейбольный мяч? Эй, конечно нет. Это больше не повторится. Ты боишься, что я могу наброситься на тебя? Нет слов. Я же говорю, ничего такого.
Не заставляй меня страдать еще больше. Сразу предупреждаю, отвечай только «да» или «нет». Мне нужно подумать, или в следующий раз мне не подходит. Правда? Тогда мой ответ – «нет». Почему? Думай только о кубке президента. Я буду думать, как только ответишь. Ты услышал мой ответ. Я скучаю по тебе. И я. Правда? Тогда нужно увидеться. Слишком много людей. Берегитесь.